Мастеровые, если вам вдруг по какой-то надобности приспичило отпилить что-то, представляете, и вы, у вас нет тисков, у вас есть ножовка, у вас есть все, но нет тисков. Поэтому вам может помочь токарный станок. Вот надо отпилить лишнее. Мы берем сюда, вставляем. Смотрим. Извините, я забыл очки. Друзья, я пришел с очками. Мы вставляем вот так. Замеряем лишнее. У нас 24. Мы вот так отмечаем. Заметили? Вот мы отметили. Вот таким образом. 24. Взяли ключ от патрона. И... вот так вот нежно, аккуратно зажали. Далеко не надо, чтобы у вас было. Сильно не надо зажимать. Это ни к чему. Потом берете ножовочку и по отмеченному начинаете пилить. Вам не очень удобно, но нормально. Запомнили, друзья? Как удалять лишнее? Ой, я ошибку сделал, друзья. Я страшную ошибку сделал. Я немножко лишнего отметил. Опа! Мы поэтому немного вот сюда не досадим. Окей? Вы мою ошибку не повторяйте. Ни в коем случае не повторяйте. Вы отметьте запасом. И начинайте. Дальше пилить. Видели, как все четко получилось? Надо пилить наискосок. О, все, отпилили. Спасибо за внимание. Так что, если у вас есть токарный станок, используйте его как тиски. Это лучший вариант.